буду делать один в вашем замке. Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому. А что я буду делать один в вашем замке? Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому. Ну вообще вокруг меня интересного много. Одна дорога на двоих и одно слово. В голове только биты, только для народа. Сау, как дела? В бискутах жара, в ховрина ровно. А чтобы кто ни говорил, похуй на слова. И ты будешь плыть, как кусок говна. Если будешь ты пиздить, не по делу, ман. Подземные романтики, они уже в хлам. Будем там в определенное время. Итак, хотел бы замутить себе огромный сорняк. Кто-то говорит маньяк, кто-то Даня. Сдох очередного дыхания пламя. Преподносим, чик, зажигаем от армии косим. Все об этом знают. Машины бело-синие вдали мелькают. Я заправляю тему, а Ферди всех сливает. А что я буду делать один в большом замке? Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому. А что я буду делать один в большом замке? Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому. Я прячу свою лысую голову под капюшон. Этот город ненавижу и в него влюблен. Создавая движение и атмосферу, я делаю свое дело, не забывая про веру. Бело-синие машины бит, как сердце стучит. Сегодня руку жмут, завтра он тебя сучит. Что за bullshit? Москва слезам не верит. Поэтому не все знают о моих затеях. Я так чисто беспалевный чернокожий, живущий в Москве, читающий рэпа не больше. Знаешь, ман, тут все в реале возможно. Лечишься планом или предпочитаешь, что пожестче. Тут вроде все свои, но после цветных приходят эти серые дни. Они приходят, не одни бывают, приходят в погонах, навалится на подставах и бездарных клоунах. Тут вроде все свои, но после цветных приходят эти серые дни. Они приходят, не одни бывают, приходят в погонах, навалится на подставах и бездарных клоунах. А что я буду делать один в большом замке? Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому. А что я буду делать один в большом замке? Возьму билет и по загранке. Что делать, когда нет выхода? Лучше скрыться и по-тихому.